Доброе утро. Просыпайтесь, алло. Алло. Все сонные. Как спалось? Нормально. Хорошо? Сейчас мы быстренько позавтракаем и пойдем на пляж. Потому что время уже 10 часов почти. Мы планировали в 8 встать и в 9 Мама, уже... Мама, я в 8 встала. Мы планировали в 9 уже покушать пойти и на пляж. Макс еще спит. Нормально поспала? Я вообще не помню. Я закрыла глаза, открыла и уже утро. Так быстро. Ночь пролетела, и Бонечка... Боня утром гавкала, я не знаю почему. Ты слышала? Да, да. На пляже уже собираются люди потихонечку. Вот они сразу настраиваются на первую линию. Мы хотим тоже на первую линию попасть. Поэтому мы сейчас позавтракаем и быстренько пойдем. Alla playa disfrutar, un día nuevo de sol radiante. Видео я загрузила. Загрузились, все. И сейчас я вам покажу нашу квартиру, пока у меня там на кухне готовится. Так, ну что, вот она входная дверь. Сюда так проходим, здесь коридорчик небольшой. Сюда направо кухня. Все здесь есть, посуда есть, плита, микроволновка, холодильник. Посуду помыть надо. Так, за продуктами мы съездили, немножечко закупились на какое-то время. Здесь у нас прачечная. Вот у меня как раз там стираются мои штанишки, которые мне Боня испачкала. Здесь раковина маленькая, швабра, веник, в общем, прачечная такая. Закрываем, идем дальше. Проходим, здесь сразу гостиная, тоже небольшая, один диван, обеденный стол, 4 стула. Здесь окошко, здесь удобно такое окошко передавать с кухни, чтобы ее не обходить и передавать обед, ужин, завтрак. Здесь тумбочка с посудой разной, столик, телевизор, диванчик. Диван мы раскладываем, с папой здесь спим. Сюда мы идем, здесь у нас... Терраса большая, стол со стульчиками, можно здесь завтракать, обедать, ужинать, сегодня облачно. Нет. Сушить можно белье. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, заходим дальше, идем в комнаты. У нас две комнаты. Вот туда одна комната, там девчонки спят. Вот здесь Ксюша, здесь Маргарита. Шкаф есть встроенный, одежду складывать. Тут есть окно и вид у нас на горы. Тут очень красиво вечером, когда солнышко садится, закат. Вот. Идем дальше, Бонь. Пойдем, 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 покажем, пойдем. Здесь налево туалет, ну, как обычная ванная, раковина. Все как обычно. И сюда одна комната. Комната Макса и Каролины, двухспальная кроватка. Здесь окно с видом на море и на террасу. Вот, две тумбочки стоят, большая кровать, шкаф встроенный. Вот и все, вот и вся квартирка. Ой, это, ну, как сакарло дель агуа, а? Мы приехали в море купаться или в бассейне? Я могу так делать. Кувыркаться? Да. Молодец. Еще. Ладно, давайте покушаем. Мама. Вот, все, ребят, все вам показала, наш обзор. Квартиры. Накупалась? Спасибо. Солнышко спряталось. Холодно, наверное, там? Ну, там не холодно. Нет? Там водичка очень теплая. Так, Бонечка у нас здесь. Мы же ей забыли взять ее чашечки. Вот поставили ей водичку покушать. Это если что, вдруг она пописает, покакает. Постелили ей бумажечки. Вот. Все, сейчас мы покушаем. Полотенце зачем на пол бросать? Если оно мокрое, его надо сушить. Обратно купаться. Обратно купаться? Да. Сегодня облачно. Завтра тоже, по-моему, будет облачно. Макс, сядь на диван. Не видно. На диванчик сядь. Так куда сейчас пойдем? На пляж или в бассейн? Сначала они хотят в бассейн, потом... Ага, хорошо. А я не буду купаться. Нет? Ксюша, ты на море приехала. Как можно не купаться? Ты чего? Я знаю, что ты будешь купаться. Иди, на тебя купали. Давай, быстро. Быстро. Потом придешь, скажешь, я хочу купаться. Желтый? Давай, посмотрим. Этот купальник раньше был мой.
Мне теперь Маргарита меня маленький там. Теперь Маргарита мне подходит. Ну что, мы пришли на пляж и забыли взять зонтик. Сейчас опять придется возвращаться домой за зонтиком. Давайте раздеваться, купаться, а не кушать палочки. Так, я буду сейчас надувать жилет. Не знаю для кого. Кто будет с жилетом? Я это. С донатсом будешь? Да. Угу. Надо надувать? Долго надувать? Сейчас я жилет надую сначала, а потом донатс надую. Хорошо? Мы нашли нашу любимую водичку, Аквариус. Мы ее всегда покупаем, когда в Испанию приезжаем. Очень вкусная. Да, апельсиновая. Все, пошли наши купаться. А я здесь сижу, охраняю вещи. А папа пошел с детками. Каролина бежит. Там сначала очень мелко идешь. Видите? Далеко нужно идти, чтобы можно было нормально покупаться. Ну, девчонки там. Я сейчас приду, загружу видео, потому что не успела. Интернет слабый. Мы ушли на пляж, и там оставалось еще полчаса. В общем, сейчас я зайду и загружу. У нас у кого-то день рождения, что ли? Не-не. У тебя? Да ладно. Да, торт. Это нет, почему? Ты же говорила, что это для Бонни. Для Бонни, но ее не можно ее кушать. Смотри, не урони. Не можно, говорит. Это мой. В честь чего тортик у нас, интересно? Просто так захотелось тортик? Не, не хочу я. Мокрые мы пришли только. Они еще и в бассейне покупались. Покупались в море, потом пошли в бассейн, покупались. Солнышко нет, холодно. Мы бы еще, может быть, и купались, но... Да? Мы бы еще остались на пляже, конечно, но холодно. Солнышко нет. Ух, няш это. Мурашки похуже пробежались. Мы сегодня с Маргаритой сгорели. Мы полежали буквально там 15 минут. Она encontrar eso por 7 francos. Oye, Marco. Ну, чуть-чуть. Ну, когда спине покажи. Eso solo dice a mí, no llevar todo. Смотрите. Вот. Представляете, какой она была белой? Я не могла топик одеть. Вон у меня красная тоже. Вот видите. Какие у нас планы? Мы сегодня пойдем погуляем вечером. И хотим, наверное, скорее всего, сходить куда-нибудь покушать. Не знаю, нужно помыться. У нас все полотенца мокрые, вытираться нечем. Нужно было еще запасные брать. Mm-hmm. Кроме тех, что у нас есть для моря, нужно было еще брать хотя бы, не знаю, 2-3 полотенца на смену. И тут у нас остается одна за главную. Хорошо себя ведет. Сначала начинает лаять немножко, но потом нормально успокаивается. Зато когда мы приходим, как она радуется. И потом мы опять уходим, и она думает, ну вот опять меня не взяли. Но возьмем сегодня ее. Вечером пойдем гулять, возьмем с собой. Мы пришли покушать. Привет. Будем смотреть футбол и кушать. За кого болеем? За Италию болеем. Большинство за Италию болеют. Какая? Принесли нам картошечку, которая называется сердитая картошка. Сердитая картошка. Жареная. Ксюше принесли кальмаров жареных. Вкусные? Пробовала? Маргарита, пицца Маргарита. Как всегда. И у Каролины пицца тоже Маргарита. Вернулись мы домой, поужинали. Футбол так и не досмотрели, ну ладно. И сейчас мы пойдем немножко погуляем. Маргош, ты не пойдешь точно? Маргош, точно не пойдешь? Маргарита не хочет идти. Она себя что-то не очень чувствует. Она такая горячая. Гулять, Бонни, гулять. Не светится. Не светится? Ты тоже сегодня загорел хорошо так. Личико у тебя загорело. Нет, мы не на машине поедем. Мы хотим взять лангборд. Кто спрашивал, где наши лангборды? Все еще у нас. Но мы один взяли только, не два, а один. Потому что два не поместятся, они очень большие. Хотя, может быть, и два поместились бы, ну ладно. Все равно взяли один. Это моя.
Давай. Розовый. Мы пришли на тот же фонтан, у которого мы были. Да. Ты вспомнила? Solo por eso que estábamos con abuelita. С бабулей фотографировались еще на этом фонтане. Дракоша. Давайте я сфотографирую. Купили новые игрушки. Рогатку светящуюся. Стреляешь, она в небо летит и падает. Нет, Бонечка. Давай, Ксюша, натягивай. Просто натяни, отпускай, как резинку. Нет, сильнее, Ксюша. Еще тяни, отпускай. Давай. Меня что-то морозит, так я сегодня перегрелась. Перележала я сегодня на солнце. Мама, на, держи, я тебе покажу. Держи, Бонни. Мама! Бонни! Pretty baby. Yo os tengo que así, ¿okay? Каролина уже он почти научилась. Давай, натягивай, не бойся. Натягивай, давай, стреляй. О, уже лучше. Смотрите мне. Еще сильнее. Давай. Прикольно. Бонни тоже хочет. Песочек такой прохладненький, классный. Прохладненький. Повернулись. Маргоша, как ты? Живая? Ой, горячая какая. Горячая. Кипяточек. Завтра будешь целый день дома сидеть, значит. Без солнца. Какие пить хотелось. Пей водичку. Водичку и спать. Я не знаю, если я сегодня смогу смонтировать влог. Я устала очень, я в себе тоже. Неважно, чувствую, я сегодня перегрелась. Как и Маргарита. Сейчас у нас 12 часов ночи уже. Боже, давай иди к себе на кровать. Я буду себе стелить, уже устала. Давай. На кроваточку ложись, там у вас прохладненько. И спать. У нас пицца осталась, мы не доели, но это на завтра уже. Смотрите, какая здесь пицца. С ананасом, с манго и с бананом. Я такой, конечно, первый раз пробую. Мне, конечно, больше нравится только с ананасом. С манго нормально, но банан здесь, мне кажется, лишний вообще. Это гавайская пицца. С бананом. Каролина, ты опять кушаешь? Песок! Надо было там отряхать. И вообще в стирку, ну, в грязное белье нужно. У меня это носки, я не знаю, что они... Окошко открыто здесь? Нет. Мама, Маргарите сюда холодно, сказала она. Сегодня Маргарите не будет холодно. Все, чуть-чуть вот так вот. Все, ребят, будем собираться спать. Влог я сейчас монтировать уже не смогу. Я себя неважно чувствую. У меня все болит, все горит. Постараюсь смонтировать завтра утром, если успею, выложу. Поэтому... У меня уже сил нет. Я сейчас упаду и все, я отключусь просто. Давай. Все, всем пока. Пока. Пока-пока, давай. Кровать. Пижаму одевай. Все, девчонки, пока. Спокойной ночи. Пока всем. До завтра. Давайте выключайте, отдыхайте. Папа тут с ними полежит, а я пошла. Все, я уже не могу, я засыпаю. Так что, ребята, увидимся в следующем влоге. Всем пока. Спокойной ночи.